снова здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить «Возвращение в замок Вольфенштейн», «Return to Castle Wolfenstein». А вернее, скорее заканчиваем, потому что это практически на пороге финала находимся. Мы вернулись в прошлой серии. А какие же вы жесткие остали. Все, надеюсь, разметало там тебя. В прошлой серии вернулись в замок Вольфенштейн. И здесь все довольно-таки печально. Помимо того, что в катакомбах нас ожидали старые приятели в виде нежити. О, тебя я круто грохнул. Да тут еще вот эти парашютисты и всякие твари, причем... Они весьма жесткие парни. А, что случилось? А, дверь вот эта открывается большая. Так, надеюсь, новых врагов там не подспаунится. Потому что, блин, тяжковато приходится. Здесь, хоть я и набрал недавно аптечек целую кучу. Ни хрена парня порезала дверью пополам. Собственно, выходим. Секретные места все нашли, смотри-ка. Все ценности собрали. 14 попыток. Мать твою. Задание 7. Операция «Воскрешение». Генрих. Финальный босс. Задача — уничтожьте Генриха Первого. Вперед. Мой повелитель! Столько нужно сделать, но я чувствую присутствие другого. Итак, собственно, Генрих, финальный босс... Король Саксонии, как я уже говорил в одной из предыдущих серий. И личность весьма опасная, кровожадная. Основная тактика борьбы с Генрихом, насколько я помню, это просто тупо закруживать его и стараться... Нет, не то. Вот это то самое, что надо. И стараться попадать по нему мощным оружием, не отвлекаясь на других врагов. Давайте попробуем. Помню ли я это достаточно хорошо. Собираем ништяки в виде патронов и аптечек. Да аптечек что-то не дают толком, да? Надеюсь, там на нижнем уровне хоть аптечек дадут.
Надеюсь, мелких врагов здесь не будет. Ты смотри, даже макет раскопок здесь сделали. Аптечки. Вы где? Блин, да неужто аптечки не дадут? Печаль, тоска. Ладно, погнали. Вот они, аптечки. Аптечечки. Так, сохраняться, думаю, не будем прям в этом месте. Генрих у нас, видите, в центре. Поэтому бьем по нему нещадно. Закруживаем. Дабы он не успел. О, вот это плохо. Это очень плохо. Так, потихоньку отлетает от него броня. Блин, в таком закруживании главное не напороться на... Чё ты сделаешь со мной? Говно средневековое. Так, там еще должны быть аптечки. Нет, а, да, одна хотя бы. Хотя бы... О, вот так вот, нормально. Ну давай ты, гниль подзаборная. А, уничтожили мы мадам. Как бишь ее звали, не помню. Блаватская, да, Блаватская. О, он догоняет. А, плохо тебе? Так, все, это кончилось. Это будет поэффективнее, я думаю. Да хрена лысого, ты уже хромаешь там. Перегрев. Да, блин. Давайте пока пусть остывает. Что у нас там есть еще? Ну-ну-ну, дайте мне чего-нибудь, но... Шмайсер. Хотя у меня же есть... Такая штука вот. На-ка, познакомься с моим фаус-патрончиком. Нет, я не могу потерпеть поражение от такого, как ты. Что ты имеешь в виду, говоря, от такого, как ты? Все, он уже сдыхает. Ему уже плохо. Остались от него рожки до ножки. Генрих Гиммлер, собственной персоной. Этот американец. Он разрушил все. Герр Гиммлер, самолет на Берлин ждет вас. Сэр, фюрер ждет вашего прибытия. Я...
Идите. Вы хотели меня видеть, сэр? Я только что закончил читать последнее донесение. Все еще тяжело поверить. Что ж, я полагаю, мы можем закрыть дело в операции воскрешения. Вы согласны? Да, сэр. Джек, я полагаю, что агент Блатской заслужил медаль за свои подвиги, но это задание никогда официально не существовало. Я полагаю, он поймет, сэр. Я надеюсь, что он, по крайней мере, насладится заслуженным отпуском. О, да. Он уже отдыхает. Отлично, отлично. Что-нибудь особое? Так отдыхает агент Бласкович. Ну что ж, я вас поздравляю, мы прошли Return to Castle Wolfenstein, игра, вышедшая в 2001 году, все так же держит марку и даже на сегодняшний день весьма обладает неплохой графикой, неплохим геймплеем, сеттингом и так далее и тому подобное. И весьма неплохой искусственный интеллект. Ну, в общем-то, игра... Легенда, можно сказать. Собственно, что мне понравилось, что не понравилось. Ну, понравилось, я уже все перечислил, в принципе. Это незаурядный сюжет, конечно же, необычный шутер. Тут есть и мистика, и стелс, и все что угодно, в принципе. Не понравилось мне то, что ну, порой вот, в стелсе тебя палят, черт знает откуда. То, что враги, видимо, в конце игры немного у них более прокачан скилл, так сказать. А в общем и целом игра обалденная, всем рекомендую пройти. Даже я вот слышал от одного подписчика, что он в эту игру так и не играл. Ну да, вероятно, геймеры нынешнего поколения не стремятся играть в игры там 90-х, 2000-х годов, начало 2000-х. Вот. Ну, я рекомендую, то есть, тем более, что в ближайшем будущем, там, в 20-х числах мая выйдет Wolfenstein The New Order, и предысторию, как бы, знать желательно. А на этом с вами прощаюсь, еще раз поздравляю с пройденной игрой. Впереди нас ждет Wolfenstein в 2009 году, который вышел, по-моему. Думаю, будет интересно. Подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. Ставьте лайки и комментируйте. Будем обсуждать это все. Всем желаю всего доброго. Увидимся в новых прохождениях. Пока.